Так, 9 сентября, 17 год, Харьков, 5:41 по Киеву. Красота. Пуп луны. Ждем рассвета, по ходу дела снимаем. Вот такие распрекрасные спутники Земли. Да, выбрался бог знает куда. Вот то у нас Харьков. Если вдруг когда-нибудь проснетесь посреди ночи, вам нечего будет делать, мой вам совет. Не делайте так, как я. Припереться бог знает в какие глухомани. Посреди ночи удовольствие не самое приятное. Сейчас еще будет весело, если солнце будет вставать из-за посадки. Но тут такой прекрасный бугорок. Я уже не знаю, выглядит это как курган. Надеюсь, я не по чьей могиле -то не запчусь. Но если топчусь, надеюсь, он не обидится. Пиво не мое. Это не я. Да, как бы сейчас не пришлось с этого бугорка куда-то подальше рвать. Так, ну что, пока. Харьков. Это у нас что? Это у нас общежитие ХПИ, правильно я вижу? Экранчик маленький, зараза. Ну вроде оно. Предрассветный Харьков. Что я потерял вообще ориентировку с такой точки обзора. Ну куда ж ты? Куда ж ты утекла? Плохо видно, да?
Ну, по-моему, турбазом. Там что-то такое сияет всеми. Всеми огнями. Ну это парус, понятно. Что там видно, надпись на нем. Монолит, что ли, там было написано? Не помню. Это тоже узнаваемо. Труба Салтовской ТС. Сияет нам огоньками. Так, это у нас купола Матроны Московская, по-моему. Говорят, немцы во время Второй мировой войны не сносили купола церквей, так как они были хорошими ориентирами для бомбежек. Сейчас бы в Харькове им было раздолье. Церкви понатыкали день и попадя. Так, это у нас уже где-то рядышком с Героев труда. А вот это вот католический этот храм, храм церковь. Да, это уже Северная Салта. Это Героев труда, я так понимаю, строят. Ты посмотри, треугол какой поднялся. Да. Здоровенный город, елки-моталка. Ладно, что у нас там с рассветами? Скоро будет, да?